Милявской понадобилась бригада медиков из-за нашумевшего развода с мужем. Лолита Милявская переживает не самый спокойный период в жизни. Из-за развода с Дмитрием Ивановым певица столкнулась с множеством проблем со здоровьем. Лолита призналась, что стала спокойно относиться к расставанию с мужем лишь недавно. В конце лета исполнительница расплакалась на сцене «Новые волны». Более того, Милявской пришлось обращаться к специалистам, чтобы они помогли ей прийти в себя. В одном из выпусков провокационного шоу «Секрет на миллион» артистка поведала о проблемах со здоровьем, с которыми она столкнулась после разрыва с супругом. У Лолиты начались панические атаки. «У меня пошли фобии, накрылась щитовидка, я рыдала 20 дней. Это все накапливалось. Я берегла психику Димы в то время, когда он был не мужиком. Я начала понимать, что он меня провоцирует, были манипуляции молчанием», — шокировала откровениями Лолита. Публикация фотографий из Инстаграм. Ранее ясновидящая Марианна Абравитова сообщила, что в ближайший год Милявскую ждет карьерный взлет. Перемены в личной жизни помогут родиться новым хитам. Однако хочется предупредить Лолиту о том, что надо более внимательно относиться к себе в плане употребления алкоголя. Такого рода веселье Лолите не чуждо, и она это знает. Но карты говорят, что с выпивкой нужно быть крайне осторожным и не переступать черту, — посоветовала Абравитова. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Предупреждать надо. Валерия публично разрыдалась. Пускай половину отдадут. Лукашенко сделал хамское заявление о России за спиной Путина. Разин бросился спасать побитую Бузову. На птичьих правах. С треском провалившаяся Марка осталась без паспорта. Отравленная мать Шурыгиной загремела в больницу. И многое другое.